Октябрь наступает, а значит, пора объявить об окончании разноцветного сентября. Так назывался семейный фотоконкурс, который проводил телеканал Arctic TV совместно с базой отдыха Чунга-Чанга. Весь месяц зрители делились самыми яркими моментами этой осени и размещали свои фотографии в официальной группе Arctic TV ВКонтакте. Нам прислали порядка 80 снимков. Редакция Arctic TV и команда базы отдыха Чунга-Чанга выбрали тройку победителей. Итак, бронзу получает снимок Инны Михальчук. Она запечатлела случайный кадр рыжего кота на рыжем дереве. Получилось эффектно. Приз за второе место получает мурманчанка Наталья Самылова. Мы оценили грамотную постановку кадра и телегеничность юной модели. Ну а главный подарок – отдых на двухпалубном лайнере «Домики Чижик» получает семья Рубцовых. Что нам особенно понравилось на снимке – не только осень разноцветная. Взрослые и дети тоже выдержали яркий дресс-код. Поздравляем! С победителями свяжутся в ближайшее время. Еще больше конкурсов и актуальных новостей ищите в официальной группе «Арктика». Arctic TV ВКонтакте.